Не только мигрантам и бездомным животным надо помогать, но и голодным студентам, решил один американец и открыл в общежитии университета Алабамы бесплатную столовую. Джастин Фрэнк сам студент, говорит, что однокурсники регулярно жалуются, что голодны все время и днем, и ночью, и на парах. Фрэнкс тогда и открыл лавку, потратил $40 на закупку фастфуда. Он раздавал бесплатно лапшу, фруктовые соки, воду и предметы личной гигиены. Думал, акция будет разовой. Сам энтузиаст не богатый, не может обеспечивать друзей постоянно. Но неожиданно подключились благотворительные организации. Теперь бесплатная столовая работает постоянно, и студенты в Алабаме не голодают. А Фрэнкс хочет и в других университетах открыть такие же лавки.